Рейды по соблюдению масочного режима ежедневно проходят в Люберцах. Сотрудники администрации, транспортной полиции совместно с народной дружиной и волонтерами выявляют нарушителей и пресекают проезд в транспорте без средств защиты. Молодой человек, оденьте маску. Место приветствия – напоминание об элементарных мерах безопасности. Так ежедневно встречают пассажиров на люберецких ЖД-станциях. Борются с нарушителями не только словом. Тем, у кого нет средств защиты, волонтеры раздают маски бесплатно. Рейды у нас проходят на железнодорожном транспорте, на маршрутном транспорте. Также мы в вестибюлях дежурим автобусных павильонов. По станциям у нас дежурит больше 50 волонтеров ежедневно. Маска должна быть не в кармане, а на лице. Как показывают рейды, далеко не все пассажиры помнят об этой простой истине. Вечерние и утренние часы пик выявляют десятки нарушителей. Потому что только что с машины вылез. Одеваем, одеваем. А почему забыли? Забыли. Несмотря на то, что масочный режим действует в регионе уже больше полугода, участникам рейда регулярно попадаются те, кто пренебрегает чужим и собственным здоровьем. Ярым противникам средств защиты выписывают штраф в размере 5000 рублей. Но, по словам волонтеров, таких случаев становится все меньше. Сейчас уже народ больше стал в маске ходить, все-таки посознательнее стали к концу года. Но это все равно на совести даже самих граждан. Чтобы не допустить распространения вируса, рейды по пресечению нарушителей в общественном транспорте продолжат проводить в усиленном режиме. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ,